хорошо, взялись за лодыжки и вызагрели носок, заплатил ноги, как получится, да. Вот умница. И парни молодцы, держим. Все же молодец, женщин, красавчик, все держим. Начинает покашиваться. Леша, качается. Показываю такой. Просто Сергей Сергеевич, он половину нашего занятия пришел. Сейчас готовится, кто парится, кто не парится, кто пошпарится. Коленочки, сели на коленочки. Сейчас задача. Пяточки ног с тыльной стороны бедер. С наружной стороны бедер. Вот так. Вот так. Спинка прямая. Да, молодец. Да, хорошо. Больно? Спинку прям, конечно, больно. Ты в 12 лет отрастил тело, как у 40-летнего мужика. Спинку прямо. Спинку прямо. Спинку прямо. Ты прямо? Ты прямо? Не голову, Лёх, не голову запрокинь. Спинь, плечи разведи как. И вот ты смотри, как сидишь, у тебя вот так плечи вперед. Вот так расправь плечи. Конечно, больно, потому что занимаешься. Что, наверное, целыми днями на диване валяешься, а? А что ты делаешь целыми днями? Как? Ничего не делаешь, ни на диване валяешься, спину прямо. Задача. Вперед. Это просто сердце, это все родные. Все родственники. Близкие, близкие. Сугают, сугают. Перетянется, животом коснуться к бедре, а головой тянуться к полу. Попробовали. Раз. Что-то получается. Спокойно. Теперь тянулись. Да. В этот пол, в этот момент, мы правую либо левую ножку по желанию оттягиваем назад. Раз, спокойненько оттянули одну ножку, да, протянули, подтянули потом к себе, и также другую. Ты слишком близко к стене, Леша, у тебя не получается ногу оттянуть. Повернись боком к стене и беги к стене. Рядом с Сушей рядом. Бегом, Сушей рядом. Бегом, бегом, бегом. Давайте ножку назад. Хорошо, опять. Каждое из этих упражнений за эти 10 надо выполнять 50, а еще 100 раз. Тогда будет результат. То есть, смотрите, перевариваем тело на левую сторону, правую ногу в сторону. Раз. Вот так. Да. Спокойно. Протянули, да, протянулись. Протянулись можно. Вот при этом действие бедро вышло или оно спрятано? Если я его спрячу, то я так сам попробую. Не надо затруднить, я вперед протягиваю. Да, но колено я вниз, ну, к земле не тяну, мы задачи на колено. Потому что если хотите пошел с колено, если правильно. Я правильно вытащу вперед, выберу, да, вытянуть сустав, да. Почувствовал? Конечно, и так чувствую. Вот смотри, разница, да? Это, конечно, удобно, Лёх, иди сюда, но не лично, смотри на него. Он это делает неправильно. Ну да. Неправильно, потому что он таз назад спрятал, все, ставится. Серега делает правильно, ему не хватает конструкции, чтобы сделать. Он сделал правильно, потому что взрослый человек. Понимаешь? Я не могу. Ну, что порядок сравнил, сделал неправильно. Что понять, надо сравнить. Я такой смысл, что прямо все было. Первое прямо, да. Первое, хорошо, смотрите здесь. Вот я нахожусь. Вариант, который как надо сделать. Положение, углы, тело. Углы раскрытые будут в любом случае. 90 градусов. 90 градусов здесь. Я не вот так делаю, Денис, не вот так, а 90 градусов. 90. Да, колено, да, 90. Сделал. Если я захочу сделать неправильно, я таз назад, а ножки вперед, я тело, получается, уклоняю. Да, это неправильно. Это как бы правильно или нет, смотря для каких целей. Надо делать структуру красивую, потому что тело по отношению к ноге 90 градусов, колено по отношению к правой ноге 90 градусов. И здесь в идеале сохранить тоже 90 градусов сделать. То есть у нас получается ось YZ. Ось YZ. Да, молодцы. Теперь поменяли ножку и другую. Должно быть действие красивое. А потом при наличии гибкости мы
Но опять, мне не получится протянуть тогда, как надо. Но я выстрелился. Выстрелил тело, чуть подоклонился. Открыл весь бедро. Даже могу коленку вниз. Получается, не делаю на подъем ноги, опускаю я. Он подъем ноги, опускаю на пол. Да, коленку вниз. И это уже по-другому. Да, и ты сейчас раскрыл ногу, ты еще правильно выбрал как в сторону. Да, хорошо. Это я, наверное, сделал немножко почти протянул. Да, да, да. Вот здесь бух уже, вышло. Назад свернулись. Таких надо сделать 100 раз. Ты запомнил? Ты запомнил? Пялишься в теле, ты не вторгнулся. Ножку вывел, пошел так, наклон, там каким-то. Занимайся. Форелом, таким вот. Леша. Мне надо, чтобы у меня родня была здравая, а не такие разваленные все. Ну, правильно? Тебе же приятно, когда у тебя братья, ну, мужчины, они вялые какие-то разнозвучные. Тебе же приятно, да, что ты мог бы вообще даже в одном офисе находиться, правильно, лучше? Или нет, или тебе пофигу? Как? Ну, может быть, обратно ездит на BMW, или дядя, или тетя. Езди? Езди. А если бы ездил на Запорожце, тебе так же радостно было? Если бы ездил на Запорожце, тебе так же было бы радостно? Или было бы не очень радостно? Вот так и нам. Ты сейчас как Запорожец. Ты понимаешь? Ты не как баварский механизированный завод, а как Запорожец. Ножка вперед. Разваленная инвалидка старая. Поехали немного вперед. Хотя машина для меня вообще пофиг, если просто привет, потому что ты материал уже, как и молодежь, замешанный. Да. Мне удобно, я 5-килограммовых штук тяжелее, хорошо, я могу зацепиться. Носочки от себя, задача, тянуться телу, надо сделать 100 наклонов, сейчас хотя бы сделать 10, так 100 надо сделать. Задача, не просто лечь животом, посмотрите, голова. Нам надо стараться головой больно. Никогда не костюм физически не согнуться. А мы тянемся. Точка лба. Вот вас и смотрит. Физически так и проще наоборот. Я не могу. Ну не дотянешься. Ну не дотянешься. Поехали 100 раз. Ну там есть. Ну не 100, ладно. 10 хотя бы. Поехали. Вообще мы не будем здесь. Ну так как наша плохо. Хорошо. Можно еще до конца не опускаться, да? Можно до конца не опускаться, но в этом случае это опять не
Если ты, например, опустишь назад, то готов. Сам прикол. Смотрите, если мы сохраняем просто угол 90 градусов, мы приведем пресс, у нас уже не будет пресса. Потому что здесь нам приходится спину прямо. Спину прямо. Просто без рук 90 градусов. Так, не буду здесь сидеть, здесь прям. Все. Чувствуешь, да, каркас? Ножки натяни, ножки от себя натяните. Ручки в стороны. Вода точит камень справедливости. Случайно задавай вопросы, читая листок. Кто должен и правит русло твоих дорог? Что с нами станет завтра? Всему отпущен срок. Выбор совершать тебе никуда не терпится. Долго сердце не доложит. Заблуждаясь в темноте, ключи согрели небо. Живая вода, мы сделаем эту воду святой. Просто поверь. Вавилон не в силах заглушить наше общее. Да, чаще вспоминая и вслух повторяя слова. Правда, здравомыслие, доброта, дружба, ответственность, любовь, уважение, память, отец и мать, родина, семья, единство, время, Бог. Выбирай, либо душой владеет тьма. Выбирай, либо света первым орать. Я знаю, в тебе разгорелась война. Время выбирать. Выбирай, либо душой владеет тьма. Выбирай, либо света первым орать. Я знаю, в тебе разгорелась война. Мы все по кругу спотыкались, это ждет наших сынов. Мое сознание править, я верю чистой силе слов. Рожденных в вере и способных излучать любовь. Детство полный посыл, со вкусом росы, с небом без стопа, в котором испытывал сны. Дороги были весны, и цели были весны. Теперь вывозят в подъезды утопленников СМИ. И ты с ними, а другими немыми слепыми. За нас вершины, на работу скандалы. Цепляни паспорт, тебя лишили имени. Русские понял, не жили тогда, кто мы. Информационные бомбы заводят каждый день. А ты, брат, сомнения истину сей. От тебя пленили сонливость, апатия и лень. Вот и прешься один, не отбрасывая день. А там в высоте на тучами черными свет. Солнце ведает истину, светит и светит и светит. И так они уже сотни прожитых лет. И мы на планете за каждый луч солнца в ответе. Мои доспехи промокли, но чувствую рядом плечо. Неистово дышит земля, и в действии бросится сердце. Народная память в жилах моих течет. От раненого деду к отцу и младенцу. Выбирай, либо душой, владеет тьма. Выбирай,
либо смерть от первого раза. Не знаю, как я разгорелась Майдан. Время выбирать, выбирай. Либо душой платить, выбирай. Либо смерть от первого раза. Я знаю, теперь разгорелась война. Время выбирать. Я штаны не спрашиваю. Не-не-не, не переживай, порвется. А, ну, давай я поможу. Давай. Папа поможет. На носочки, вставай, на носочки. А мы сразу приезжаем. Вперед давай. Не прям жалкать, толкать себя. Вот, раз, переползай. Опа. Раскрывайся. Чего ты переживаешь? Коленочки, коленочки. Ну, сейчас выпрями. Вот. Сейчас дядя песню пел, сел на центр. На один раз поступление, потому что штаны провалились в области промежности. О, пришлось доиграть, пришлось доигрывать до конца. Надеваться. А? Надеваться. Деваться, ой, куда деваться некуда. Так, Ксюша, вперед, смотрим все вперед. Смотрите, повторяю, что у нас под животом мяч. Поехали, вращение, как будто бы мяч. Да. Раз, живот втянули. Два, три, четыре. В одну сторону и в другую сторону. Бедра, бедра, надо, чтобы бедра раскрутились. Бедра раскрутили, шарнирочки, да. Теперь смотрите, поднялись на ручках, положение ног такое же. Леш, не стесняйся, ноги пошире, раскрой, не разорвешь сам себя. Серж, красавец. Вот что за такое, а? Взрослые люди делают сейчас лучше, чем молодежь. О чем говорить? Мне хуже всего, у меня пузо. Ну, нормальное пузо. Леха тоже от тебя не отстает, ему, правда, 12 лет всего. Поэтому ты не один с пузом. Че, Леш, застыдили? А это, братан, в 12 лет, потому что ты себя вот до такого состояния довел. Ну, месяцок позанимаешься, и опять будешь как молодой Витязь. Как Фольгендон будешь, или как Жан-Клауд Дерундаме, как захочешь. Задача, смотрите. Правую ножку я раскрываю в коленке и правым бедром касаюсь пола. Раз, правую ножку я раскрываю в коленке, и бедром касаюсь пола. Раз, да, молодцы, тебе. Леша, правую ножку раскрой в коленке. Правую ножку раскрой в коленке. Ты прав. Да, да, да. И молодец, да? Да. Петров. Красавчик. Есть. Все, засунули. Хорошо. Пятерку. Теперь свернулись обратный ход. И левой ножкой. Два. Да, и получается, делаем мы такие действия. Раз, два. Раз, два. Раз. Два, три, четыре. Сила оздоровительной физкультуры в том, что это доступные физкультуры, в том, что это доступные простые действия, которые в любом возрасте, в маленьком, во взрослом, они помогают быть в хорошей форме. Они, ну, появляется желание именно двигаться, состояние игры. Все, это уже... Понимаете? Что состояние игры пошло. Поэтому, уже, да. А еще если, Алексей, если еще улыбка хотя бы не вот так, знаешь, вот такое грустное лицо, такое, да, осаночка, улыбка, и все будет хорошо. Последнее действие. К стенке мы идем, и задача хотя бы попробовать встать на руки возле стены, вниз головой. Всех прошу. Серега, у тебя сколько сейчас вес? Ой, будет 92. Но, кстати, на руки всегда вставал. Да, поехали. Если чё, Лёш? Ну, может, пойдем с тобой так, с ног попробуешь? Потому что ты же все хотела в зале встать, на мостик. Чё такое? Чё, куда ты пошел? Куда пошел, братишка? Куда пошел? К шведской стеночке, иди, не стесняйся. Там Ксюша. Нет, стой. Ты не помнишь, как на руки вставать надо? Да хорош, ты сам бы занимаешься, ты не знаешь, как на руки вставать? Идем, Ксюха, идем. Вот, сейчас смотри внимательно. Смотри идем, на меня. Идем. Иди ко мне сюда, Я делаю наклон к полу. Ну, ты логически понимаешь, что мы какое-то время у нас... Как к стене дома мы делаем. Смотри, я делаю типа шаг. Все, сейчас получается, можешь делать. Помнила? Нет, сначала на руки. Вот, смотри. Все, можешь упор. Стоим. Все, ничего, не ничего. Я тебя ловлю. Простите, что у меня молния сломалась, но это все хорошо, у меня подштанники. Сильнее надо было. Давай, сильнее. Еще сильнее. Хорошо. Леша, понял? О, все, ура! А теперь ладошками похлопал. А теперь все можно похлопать.
ногами. Дальше отойди, ты близко. Толкайся, толкайся. Близко, не, он близко к стенке встал. Слишком, еще чуть-чуть отстанем. Давай еще. Филей! Молодец, все, стой, стой, молодец. Можно и спать. Можно так и спать. Так ниже штаны. Держись, ничего, ниже земли не упадешь. Все стоим, ждем. Это полезное упражнение. Кровоток в голове запускаем. Может, ты, конечно, мутного поймать, но не волнуйся. Мозги начинают работать. Быстрее, быстрее, быстрее. Раз в день надо обязательно делать. Оп. Умница. И потихонечку назад. На исход. Сколько ты простоял? Давай, я тебе помогу. В следующий раз побольше оденем. Как? Чего ж ты мамке не сказала, что у тебя почему не было? Большие штаны, что ты положил? Близко к стенке становится, слишком близко. А, стой, неудобно. Все, стой, неудобно, потому что слишком близко, да. Близко. Стой, 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 все. Живот напряги, живот напряги, молодец, спину напряги. Ноги вместе, ноги вместе, ноги вместе, сделай все туда заводи. Фу, ты че, Не понял. Мясо кусок, ты че? Иди сюда, пойдем, иди сюда, все. Денис, сейчас оставай, Денис пойдет. Не сразу Москва строилась. Это после современной молодежь уже забыла, что такое сплю. Реально, тяжелее планшетов или что там, этот пульт от телевизора уже не держит. Ну, ты добище. Че, это, наверное, пойдем. Все, да, заканчиваю. Я тебе предлагаю банную процедуру сделать. Пойдем вообще тогда, красавец. Что, просто сегодня первый день посмотреть? Посмотрел, да. Посмотрел, попробовал так. Да. Мне понравилось, кстати. Сразу со службы. Сразу со службы приехал. Со службы сразу приехал и сюда. А, сразу. Да. А что, давно пропадал? На трудах тоже? Я в Ноябрь, Ханемей. Короче, ты что закуришь? Выезды, да? На вахте. На вахте.